Где же мой друг Блю? Блю! Привет, Рэд! Привет, Блю! Слушай, хорошо, что мы тогда договорились с полицией. Теперь у нас не будет проблем. Ну давай больше быстро не ездить. Хорошо, давай не ездить быстро. Но что же нам тогда делать? Нам же скучно просто вот так вот здесь стоять и ничего не делать. Говорит, ну не знаю, давай ждать, может что-то произойдет. Давай. Привет, ребята. Привет, Грин. Почему у тебя такая старая машина? Ну, старая, зато хорошая. Что вы тут делаете? А мы просто сидим и не знаем, что делать. А я думаю поехать покупаться в озере. Вы со мной? В озере? Но в машинках же нельзя покупаться в озере, они же заживеют. Почему это? Давай попробуем. Ну поехали все вместе. Для начала нам нужно будет проехать в дремучие леса. Вы здесь? Да-да-да, мы здесь. Все, держитесь ближе, потому что реально впереди очень-очень далекая дорога и опасный дремучий лес, в котором можно заблудиться. Хорошо, я не боюсь. Ты знаешь эти места? Да, я знаю эти места. Тут просто по прямой, и сейчас уже приедем к озеру. Хорошо, поехали. Ребят, все, мы приехали к озеру. Вы где? Еду. Все, приехал. А где Блю? Вот он догоняет. Фу. Дорога была длинная, но вот и озеро. Кто первый искупнется? Грин, давай ты. Хорошо, смотрите. И бум. Да, глубоковато здесь, ну не очень нормально. Можно покататься. Ой. Что такое? Лучше не залазьте, потому что мне кажется, у меня начинают ржаветь мои детали. Вылажу быстренько. Фух. Ребят, вы были правы. Не надо было лезть туда. Но тут самое главное, не встретить диких животных. Вот они, все, убегаем отсюда быстро. Это динозавр. Бежим оттуда, бежим. Ребята, быстрее, нам нужно съехать. О боже, здесь стена. Рэд, ты где? Здесь. Стена, никак не объехать. Блю, еду. Давайте думать, что же можно сделать. Она высокая, но нам нужна дружеская помощь. Мы должны что-то вместе придумать. Как насчет помочь друг другу? Так, мне кажется, я придумал. Блин, ты самоумный, я самоумный. Так, Рэд, становись спиной к стенке. Становлюсь. Все, стой, пожалуйста, стой, я стою. Так, Блю, разгоняйся. Есть, я понял. Разгоняйся. И бух! Есть! Хорошо, следующий. Грин, ты готов? Да, я готов. Разгоняйся. Есть! Получилось. Так, подожди, Рэд, а ты как? Ну, ребят, мне нужна ваша помощь. Вы должны чем-то мне помочь. Хорошо, а что если мы возьмем вот тот трамплин камень? Какой? Вон тот. Ну, давай возьмем. Грин, притащи его. Есть. Тащу камень. Скидывай. Есть, скинул. Что дальше? Я сейчас его прижму и попробую с помощью трамплина запрыгнуть. Надо его перевернуть только. Есть. Готовы? Готовы. Лучше отойдите. Отходим. Мы спаслись. Видите? Как дружба помогает решить все проблемы. Видим. Ну что, поехали дальше отдыхать. Поехали!